Добрый день, уважаемые друзья. Мы ведем наш репортаж небольшой такой из телевизионной студии «Русские ножи», где у нас сегодня в гостях известный в ножевом деле шеф-повар Юрий Александрович Шутаев. Добрый день, Юрий Александрович. Добрый день. Я понимаю, сегодня вы меня пригласили в офис, да, показать, как можно ножи использовать и готовить какой-то маленький обед. Ну, насколько я знаю, открою маленькую тайну, у Юрия Александровича небольшая коллекция ножей. Юрий Александрович, сколько у вас ножей? 149. 149 ножей. А скажите, пожалуйста, это уже много лет вы занимаетесь своим, профессионально занимаетесь своим делом. Вот по какому принципу вы отбираете ножи? Знаете, в первую очередь я набираю ножей, чтобы удобно был ручка. А потом остальные уже в разной работе, разный нож нужно. Ну, на рыбу одну нож, на мясо, на овощи другой. Ну, как обычно, повара используют один нож только. Юрий Александрович, вот у нас здесь, не случайно, конечно, вот четыре ножа, четыре типа размера кухонных ножей. В принципе, не так важно, как производитель. Скажите, пожалуйста, вот все четыре, краткий экскурс, пожалуйста, нам проведите, что чем лучше делать? Ну, вообще, вот в этих ножах, вот смотрите, из четырех ножей, да, я бы сразу, как 100 лет работы в этих профессионалах, вот я беру маленький, вот там самый маленький, который называется, это шеф, да? Вот в этих ножах можно и овощи нарезать, и мясо, и рыба. Это все универсальный нож. Это в народе говорят универсал шеф. Хорошо, тогда вопрос. Зачем нам вот эти все остальные, если есть один шеф? Поймите, не только для, как говорится, поваров ножи нужно, да, и для дома нужны ножи. Да. Есть женщины, которые берут вот такие ножи, и они довольны. А есть тоже домохозяйки, кроме такого маленького ножа, ничего не может делать. Вот маленький ножка, это мне удобнее картошка чистить, и мясо резать, и все. Так, чтобы каждый нож, она должна быть в руках удобно. Вот каждый человек берет нож, который удобно прямо в руках садится. То есть, образно говоря, если мастер-шеф, это профессиональный нож. Да. И не важно, что им делать, картошку ли чистить, мясо ли резать, шинковать, воловать, это не имеет значения. Нет, не имеет а значения, это уже для людей, скажем так, любительские какие-то варианты. Ну нет, почему любительские? Есть повара, тоже на маленьких ножах работают. Ну вот вы конкретно в своей деятельности, вы работаете мастер-шефом или разными? Ну, вообще, если честно сказать, работа разными ножами, да, но есть у меня один нож, который навсегда при себе. Ну, вопрос вообще-то был риторический, потому что мы с Юрием Александровичем давно знакомы, дружим, и на выставках Юрий Александрович работал и лопаткой, и любым ножом, и даже крышкой от банки. Это зависит, так сказать, от, кроме всего, от навыка. Ну, это, так сказать, давайте перейдем к самому вкусному, самому интересному. Что сегодня мы будем есть? А сегодня поесть? Давайте, ну, принято с рыбой начинать. Ну, давайте. Итак, рыба имеет значение, какая она? Да нет, что нашли, то купили, то делали, готовили. Ясно. Что у нас будет в сухом остатке? Ну, остатки не бывает. Хорошо. А что будет в желудках у наших гостей? У нас сегодня мы ждем гостей. Мы сейчас приготовим такой небольшой экспромт, потом, так сказать, накормим наших гостей. Ну, в связи того, чтобы в офисах готовиться, как говорится, все сразу купили какого-то гонца, пошел, что нашел, то купил, привез. Так и как и у нас сегодня, да. Нету такого профессионального значения или как там, да. И мы будем готовить, что есть у нас в данный момент на этом столе. Ясненько. Тут должна быть рекламная пауза, но мы ее пропускаем. Да, поэтому уже гости звонят, хотят, уже, так сказать, спешат. Юрий Александрович сейчас ответит. Набор продуктов, сами понимаете, он, ну, средний, хотя каких-то особых разносолов нет. Но я думаю, что наши гости, они же наши эксперты, они оценят качество вот этих вот вещей, которые достаточно быстрое время, с хорошим настроением, Юрий Александрович нам сейчас сделает. Юрий Александрович... Да, ваш выход.
И заодно посмотрим, как правильно обрабатывать продукт. Юрий Александрович, пожалуйста. Итак, рыба. Итак, рыба. Но сначала, чтобы готовить рыбу, в первую очередь надо готовить что-нибудь. Сеть. Нет, надо готовить какую-то продукцию, и что мы хотим из него делать. Да? Рыбу оставим в сторону, мы готовим, значит, какой-то салатик, в первую Итак, очередь. Итак, хорошо. Из чего салат будет? Салат свежий, овощи и листья салатов и рыба. Хорошо, давайте. Вот. Я не знаю, надо ли вести хронометраж, как быстро все это делает Юрий Александрович, но тем не менее. Ну, давайте вот маленьким ножом тоже сами овощи порежем. Юрий Александрович, сразу задаю вопрос, а вот, так сказать, некие изыски такие вот красиво резать как-то, вот это имеет значение, как резать перец, например? Да нет, ну вообще есть такая традиция, традиция, да, каждое блюдо готовит свои нарезки, там очень красиво. Ясно. Итак, перец, помидор. Я не могу передать запах вообще, хотя... Нет, зима, но все-таки зима, да. Вкусные помидоры. Помидор действительно пахнет вкусно. Помидор. Юрий Александрович утверждает, что он купил в магазине, я не знаю, наверное... Вот так режете, да, Юрий Александрович? Да. На это ваш фирменный стиль, вот так именно? Нет. Огурец. Много лет наблюдая, как работает Юрий Александрович. Всегда кажется, что я так же смогу. Но сколько попыток не предпринимал, наверное, все-таки это дано или не дано. Нет, дано. Всем дано, но только вот такие пальцы надо иметь на будущее. Ну да, руки тоже пошинкованы немножечко, но это издержки производства. Итак. Ну вот у каждого шефа есть какие-то свои тайны, да? Юрий Александрович, ваша тайна, вот, насколько я знаю, опять же раскрою маленький секрет, у Юрия Александровича тайна в его соусах. Потому что соусы, которые, так сказать, Юрий Александрович использует для приготовления блюд, мы пытались ноу-хау узнать, но ответ один. Это соус номер 17, номер 14, номер 15. Больше мы так и не смогли. Вроде с простых ингредиентов, но тем не менее, мы так эту тайну нам и не раскрыли. Вообще интересное сочетание. Морковка и помидоры. Юрий Александрович, а есть несочетаемые продукты, овощи имеется в виду? Все сочетаемое. Все, что делается, все сочетаемое. Просто на разных людей разный вкус. Нет такого человека, чтобы вкус не понравился. Есть у каждого свой вкус, свой это. Каждый запах, как говорится, имеет тоже свое вкусовое качество. Да? Но... Тяжело сказать. Вот я работал в Вьетнаме, там использовали рыбный соус. Да. Мимо пройти невозможно. Для наших европейцев это неприятный запах, но, зараза, вкусно. Опять же, не раскрою никакого секрета. Юрий Александрович более 15 лет работал за рубежом в диппредставительствах в Индии, во Вьетнаме. Где еще? В Венгрии работал. И везде он изучал кухни, то есть европейские, восточные, всякие иные. В итоге некий вот такая вот такая сублимация, это что-то, нечто такое, вот компиляция из кухни. Да что нет, это просто работа, это которая любит каждый человек свою работу. Какая кухня на вас больше повлияла? Вообще Вьетнам. Вьетнам. Ясно. Хорошо. Итак, мы перешли к рыбе. Снимаем косточки. То есть порционный кусок, вырезаем косточку. Да. Рыба сырая, да, я понимаю? Сырой вообще. С магазина купленный. То есть это некая такая пародия на суши? Нет.
вообще, как вы относитесь к суши? Можно я этот вопрос не отвечу? Ну, это напрягает. Да нет, но суши, да, это просто красиво. И на любителя рыба, там, сырон где-то, все, да. Я почему-то, я более европейский, более домашний пищу. Да? Ну, вот я родился и вырос на Крайнем Севере, мы там строганину, в общем-то, это круглый год ели. Ну, строганина, это, да, а суши совсем другое. Ясно. Хорошо, строганина реабилитирована. Итак, режется на кусочки. Кубиком. Кубиками. Так. Из расчета, сейчас вы на сколько порций делаете? Ну, я сейчас делаю, человек 10 могу кормить салатом. Вот с этого куска рыбы. Ну, я знаю один исторический персонаж, который 5 хлебами накормил 5000 человек. Вот, ну, тут... Это здорово. Ну, попробовать или поесть совсем большая разница. Ясно, хорошо. Итак. Вы в курсе, что у нас есть такое чудо-печка здесь? То есть у нас салат будет... Конечно, конечно. Нет, я думал в сыром виде. И вот это что мы наливаем? Масло обычное, масло. Да? Да, обычное масло. Оливковое. Ну, что есть? Ответ такой очень интересный, что есть. А что есть? Оливковое масло. Первоочередно. Ну да. Итак, небольшое количество оливкового масла. Как долго оно обжаривается? Слегка обжарим, сейчас. Так, я тут под руку не лезу, не мешаю. Скажите, пожалуйста, Юрий Александрович, а вот степень готовности как определяется? Ну, степень готовности, ну, рыба, если или сырой, или жареный, полной готовности, да. А мясо уже, особенно говядина, телятина, это уже степень готовности. Ну, не знаю, кто как, я определяю вот так. Medium, medium well, medium rare, blue. То есть по палец. Вот ставится, да? Здесь твердость другой. Здесь другой, здесь другой, здесь. Вот смотрите, да? Нажимаем одинаково. Ре. Медиум ре. Медиум вел. Вел дан. А так пальцем тыкаешь, уже чувствуешь так. Вот так вот секреты. Раньше, Юрий Александрович, вы мне не рассказывал. Ну, придется сказать вам все-таки. Ну да, свои, да? Да. Это что, обычный салат? Обычный салат мы не режем, да, насколько я знаю? Уже... Не, вообще лучше салат, насколько я знаю, рвать руками, да? Да. Угу. Так. Обменная салат готова. Угу. Это основа для салата, да? Это салат. Это салат. Это сам салат. А что-то мы не солили его. А зачем? Зачем солить? Ну, смирно солить, перчить. Угу. Вот это вот ваша приправа, да? Да, это соус, специальный соус, готовленный. Номер какой? Ну, здесь, давайте не без номеров скажу, да. Здесь в основе, значит, оливковое масло, уксус бальзамик, лимонный сок, сахар. И что-то другое, да? Да. Сахарная пудра. Нет, ничего такого нету, да. Есть еще присутствует кунжутное масло там. Ну понятно. Так вот все просто. Вот все присутствует. И все это сверху. Вот это все сверху положим. Угу. Юрий Александрович, а вот масло после жарки сколько можно использовать? Вообще-то. Как понять? Ну вот сейчас мы пожарили, можно его еще раз использовать? Нет, сейчас рыбишу буду жарить. А, здесь. Конечно. Понятно. Да.
Итак, а как называется салат, Юрий Александрович? Салат теплый с рыбкой. Теплая рыбка. Сейчас, секундочку. Ну, запах еще не проявился, но... Время есть. Раз. Понятно было, можно было уже засекать, сколько минут готовилось. Ну, немного, 8 минут прошло, по-моему, да? Итак, да. Дальше что мы делаем? Ну, у нас еще один кусочек есть. Так. Да. Салат на 10 и хороший кусочек. Стейк. Ну, стейк. Это на сколько человек? Ну, это вообще такой стейк дается на одного человека. Вот это, если это вы все, если все рестораторы так вели себя... Рестораторы ведут, а хозяева не так ведут. Ясно. Итак, рыба просто будет у нас обжаренная, да? Да, обжаренная рыба и будет с овощами и под этой, как его, ну, с овощной сальсой. Угу. Так, мы пока поставим здесь. А вы рыбу не чистите, Юрий Александрович? Рыба чищена. Нет, имеется в виду, шкуру не оставляем, да? Нет, можно шкуркой, можно без шкурки делать, да. Солим во время жарки, да? Да, именно рыбу солим во время жарки. Любой стейк. Стейки, которые есть, после жарки надо отдохнуть. Сейчас мы пожарим. Угу. Его надо оставить, чтобы она отдыхала. Потомилась, да? Да. Нет, не снимаем, а потом оставим обыкновенным, чтобы она немножко отошла. То есть горячей не надо? Нет, горячая она будет теплой. Горячая рыба невкусная. Она теплая, чтобы вкус почувствовать. Угу. Сочность почувствовать. А так... Сейчас еще пару дней. Итак. Некий хай-тек. А это что у нас? Это базар-грей. Это ваше производство или это куплено? Нет, это куплено, но готовите сам. Можно готовить. 14 смесь. Это уксус бальзамик, она варится. Но можно медом делать, можно сахарным сиропом. Дальше не спрашиваю. Так, следующее, что мы делаем? Следующее, сейчас готовимся, мы готовить уже с говядиной что-нибудь. Говяжьей вырезкой. Давайте. Итак, первая часть нашего марбизонского балета готова, нечто рыбное. Теперь мы переходим к мясу. Без мяса жизнь невозможна. Правильно, Юрий Александрович? Да. Юрий Александрович, я знаю, что вы одно время работали в Индии, в штате, где нельзя есть мясо, правда? Да, это было, это штат Гуджарат. И сколько вы там работали? 4. 4 в вегетарианском штате? Да. Плохо не было? Было. Буренки по ночам не снились? Но из отпуска сало провезли, ребята. Хорошо. Кстати, говорят, что в Индии, поскольку там достаточно сложная санэпидемическая ситуация, много пьют горячительных напитков, правда? Ну, все острые, все острые, все... Да. И водички мы, все наши русские, 3 кипятили, 3 фильтровали, а потом использовали. Хоть на суп, хоть на что. Ну да, там по Гангу эти тела плавают. Нет, ну мы далеко были из этого, как говорится, оттуда. Но все равно как-то было. Итак, Юрий Александрович. Итак. К барьеру? К барьеру. Ну, из-за того, что у нас условия, как говорится, офисные, да? У нас тоже есть хороший кусочек говяжьей вырезки. У нас есть немножко овощей. Сейчас сделаем. Очень красивый, очень вкусный салатик. Ну, будем надеяться, то уже гости на подходе. Я слышу прямо шаги уже, так сказать, наших гостей. Ну, мы сделаем кипоты быстрее. Хороший нож. Вот попробуем вот этот.
Там же судьба постигнет огурец, да? Да. Тоже однотипно делать, да, Александр? Да, 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 подобие того. Но я сразу сказал, что из-за того, чтобы у нас что есть под рукой, то и готовим. Но совсем другой салат будет уже. Заправка уже другая будет. Вкусовое качество. Но здесь только сельдерей и огурцы, и морковка. А там был у нас помидор и перец. Ну да, когда морковка с рыбы как-то на... в наведе для меня. Да, нет, нормально. Нормально? Нормально, отлично. А вы еще не попробовали? Нет, конечно. Не даете? Нет, я просто хочу, чтобы наши гости, так сказать, наш экспертный совет оценил. Ну, вообще, любой продукт, особенно салаты, да, когда есть, надо каждый... Вот, продукт, который каждый кусочек морковки, каждый огурец, каждый сельдерей, кусочек мяса, тот же самый перец, то белый перец, то крупный, то мелкий, да, чтобы каждый вкус чувствовать. Это, ну, вы художник, Юрий Александрович. Это отдельная песня. Итак, мясо. Помните, да, как, хороший. По-моему, у госпожи Волоховец, в ее поваренной книге 19 века было такое: если к вам пришли, внезапно пришли гости, то возьмите баранью ногу. Вот, ну вот, это вырезка, случайно. Да, это случайная вырезка, да. Ну, кого послали на рынок или магазин, вот что нашел, то и привез. Надеюсь, не в азбуке вкуса. Да, нет, думаю, если дороже, это очень хорошо. Ну, действительно, хорошее мясо. Итак. Ну, ножи хорошие, режется очень хорошо, смотрите. Ну, насколько я знаю, мясо режет поперек по локонам, а вы чуть так по диагонали. Нет, почему? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Нормально. Вырезка-то растет тоже. Не только как колбаса ровная, она у нее волокна косой стоит. Вот видите, я положил, да, она вроде для вас косой, а так она ровно идет. Кажется, шефу надо еще и анатомические познания иметь. Да нет, анатомически не надо, но все равно, когда приходится обвалять мясо, нам надо знать как. Это у нас салат, да? Да. Угу. Так. Та же самая процедура, да? Нет, немножко по-другому. Ароматное масло. Ну что-то оно как-то странно, с чем-то оно. Ну, ну масло, там чеснок есть, бальзамик есть, базилик есть, имбирь есть, тимьян есть. Давайте по этой системе. Так, то же самое сейчас. Как быстро обжариваете мясо? Как долго, вернее? Вот это мясо можно жарить за 25 секунд. Именно в этом мясо. А так за 45 секунд можно жарить сочное мясо. Ну, опять же, как сколько, да, порций и какой объем? Ну, вот количество вот этой порции. Ну, добавляем масло. Имеет разницу на оливковом масле и либо на... Нет, оливковое масло есть, которое для жарки, оливковое масло есть, которое для... Ну, а на кукурузном, на подсолнечном? Ну, на любителям, например, подсолнечное масло очень вкусно в салатах тоже. Ну, жареное, да, масло, не рафинированное. А так используем обычное рафинированное масло. Ну, время будем считать, нет? Ну давайте. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Не укладываемся, 18.
19, 20 секунд прошло. Полет нормальный. Ага, вот важно минты соус, да? Ну да, соус аромат дает. Ну, в общем-то. Готов. Давайте вам. Держите, пожалуйста. Угу. Так, и это что? Сейчас. Это тоже соус, основа майонезный. А перед едой его надо сразу помешать. Ну, Миша, добавим сюда для красоты немножко лука. Лук имеет значение какой? Белый, красный, белый, желтый, золотистый, серебристый. Все значение имеет. Каждый лук имеет свой вкус. То же самое шалот, который имеет свой вкус. Ну, Мишу даже немножко яркий цвет отдать сюда. Да, обязательно. Не хватает тут. На мой взгляд, красного, да? Да. И опять же перец, да, он добавляется? Ну, ну, а его не обжариваем, да, мы так нет, уже? Нет, это салат уже. Это салат. Угу. Ясно. И все, присыпаем это? Обычный дробленый перец, черный дробленый. А правда он вкуснее, чем дробленый вкуснее, чем. Да, дробленый вкуснее, потому что запах, и она попадается под зуб, и чувствуется тот аромат, который надо. На любителя. Операторы у нас понюхать могут. Ну, у нас еще остался мясо. Да, давайте. Потому что уже гости у нас в прихожей, в раздевалке, можно да, сказать. Да, посмотрите, универсальность – это вока. Да? Вок, если так разобраться, никогда химией не моется, если моется обыкновенной водой. Но во время работы, вот, тряпка протерли, она готова к работе. Ну, сейчас готовим мясо. Да? Основное? Мясо, да. Основное блюдо, да? Основное блюдо. Помните, как это? Тут приходится... Угу. Итак. Так, обрабатываем то же самое мясо. Снимаем пленочку. Имеет значение, какое мясо? Говядина, свинина или вы предпочитаете говядину? Говядина, свинина, курица, лось, разницы нет. Ну, смотри, что есть у нас. И что публика любит. Ну, люди любят, чтобы вкусно было, в общем-то. Ну вот я сейчас готовлю. Да. Как тоже быстро будет обжарено, да, это? Да. Ну, здесь порция чуть побольше, за где-то минуту-полтора. –
Игорь Александрович, а насколько влияет вот ваше настроение на готовку? Правда говорят, что когда, так сказать, нет настроения, нет и блюд? Да. Да. Особенно, когда что-то готовим, да, не надо бояться, что она не получится. Если будем бояться, что она не получится, она действительно не получается. Просто надо свободно чувствовать. Ну, я боюсь, вот что-то сейчас это пережарю. Нет, если вот боялся, она действительно и пережарится, и до сырой, и все остальное будет. Если чуть-чуть начинаешь волноваться, нет. Ну, так же, как вот виноделы, я бываю на юге, они никогда не подходят к вину, когда оно зреет, если у них нет настроения или они болеют. Ну, видимо, некая энергия передается. Энергия передается, как... Так же пекари. Так и пекари, особенно женщины, какие-то дни, они, да, говорят, если не получается, не будем делать. Ну что? Так, пока у нас мясо будет жариться, чтобы у нас мясо было, мы... Пока будет жариться, мы будем жарить, нарезать еще овощи. Сейчас оно у нас. Уже готово. Приступайте. Как красиво так, ну, как движение кисти. Художник так вот, хороший повар так вот все это делает. Мясо жарится на большом огне вообще, если даже не на Волге. Но если большой кусочек, тогда лучше на медленном. А если маленькие куски, лучше, чем сильнее, тем лучше. Все, что мы делаем? Все овощи, что у нас есть, добавить туда. Вот так вот. Вот. Странно, вот так перестали. А как надо? Нет, я могу вот так и... Могу вот так и... Я имею в виду, что не полукольцами, а вот так вдоль режут. Полукольцами. Да, полукольцы, чесноком называется это. Слазь, вообще поехали. Настоящий. Игорь Александрович, а огурцы тоже жарят, да? А? Огурцы тоже жарят? А, можно жарить. Только в этом. Но это отдельное блюдо, да? Да, это не в этом блюде. С курицей очень вкусно она. Особенно крупные огурцы. Нарезается, внутренности снимается. Нарезал и в конце добавился в это, на курицу. Очень вкусно. Ну, я думаю, у нас будет возможность посмотреть и попробовать это. Ну, у нас только начало сезона, как говорится. Ну да. Скоро новогодние праздники. Я думаю, что мы порадуем наших зрителей, наших гостей. Постараемся. И даже вы сделаете уху из петуха? Сделаем. Вообще настоящая уха готовится с куриного бульона. Это так называемая монастырская уха или это просто... Народная. Народная. Хорошо. То есть все, что есть, мы вот крошим и отправляем туда. Понятно. Как долго обжариваются овощи? Или они, так сказать... Нет, овощи должны быть хрустеть под зубами, свеженькие, чтобы вкус, аромат и витамины остался. А когда овощи переварены, оно... То есть тушить не надо? Нет, эти вот именно в таких блюдах лучше не надо тушить. А в какой последовательности, Юрий Александрович? В морковку в конце или это не имеет значения? Да не имеет значения. Самое главное, чтобы не переварить, не пересушить. Аромат уже меняется, да? Да. Ну, следовательно, но вообще помидоры в конце, чтобы она действительно самый мягкий нежный продукт, чтобы такой.
Ну, вот, вообще-то действие завораживает, я вам скажу, что. Ну, как-то да, вот она, все она, вот так она вот. Она вот сейчас все... пропарится, овощи, да, не успеет жариться. И мясо не успеет сок отдать. Сок отдает, она сочность уходит. Ну, помидоры и можем закрываться. Пора кормить. Встречать и кормить гостей. Давай, созывайте. Ну, по готовности, наверное. Готов уже. Уже готово? Уже готово. Хорошо. У нас сегодня в гостях хозяева фирмы и VIP-гость, артист театра и кино Михаил Сафронов. Человек, долгое время участвовавший в подобных видах шоу, он умеет ценить. И руководство фирмы «Русские ножи» Александр Красников и Юрий Пичугин. Я прошу вас к столу, господа. Ну, сразу же я передаю Михаилу передаю микрофон. Я, так сказать, потому что он профессионал, я лишь только, так сказать, любитель. Ну, Михаил, бразды правления вам в руки. А вот помните, с самого начала сказали, как попробовать, почему ты такой толстый, да? Вот я готовил, надо. Я действительно профессионал в поедании того, что готовит Юрий Александрович, уже не первый раз. Поэтому с нетерпением каждый раз жду этого приглашения. И каждый раз внимательно наблюдаю, где же все-таки тот волшебный, неизвестный ингредиент, да, который в этом оркестре играет главную скрипку. Я понимаю, что главный, конечно, Юрий Александрович. Ну да. Не дать не взять. И по ходу дела у меня возник вопрос. Михаил Петрович спрашивал, как вы выбираете ножи в магазине. А у меня возник вопрос, как из 149 ножей выбрать дома во время готовки. Вообще, у меня должно было еще больше, да? Дело в том, что получилось так, что квартире ремонт делал, и все, что он не нужно, отвез в гараж. А в гараж пожар. Да, я очень много лишился. А потом я все равно начал заново собирать ножи. Но все равно рабочие ножи, у меня штук 6-7, которые на работе я работаю. Остальные дома. Как воспоминания, да? Под семи замками. Под семи замками. Нет, у меня коллекции есть, которые на стенах висят. Для каждого, может быть, для лука один нож, для перца другой, для сельдерея третий. Нет. Для профессионалов каждый нож попался в руки, это его любимый нож. Как в этом году на выставке, да, нож, лопата, которая она действительно хорошая была. Да. Ну, для кого как? Самое главное, чтобы ручка и лезвие. Вот нож берешь на руки, да, не то, что она красивая, да, она в руках. Держался. И вот удобно. Да, удобство. Есть очень легкие ножи, есть очень тяжелые ножи. Есть люди, которые, особенно женщины, любят, очень многие женщины, профессиональные повара, да, тяжелые ножи почему-то любят. О, как приступить.